9-летний Жарыл Касым Беркимбаев – прошлогодний чемпион Казахстана, отстаивая честь юга и в этом году. Только за два дня соревнований спортсмен добился превосходных результатов – две победы в классической игре. Сейчас Жарыл Касыму предстоит блиц-партия с достойным соперником. «Эти соревнования очень важны для меня, потому что победители поедут на чемпионат Азии. Я постараюсь быть на высоте». Дебютантами этих соревнований стали близнецы из Алматы – Кирилл и Максим Таракановы. Пока один спортсмен слушает наставления тренера, другой заканчивает классическую партию. «Мы хотим выиграть казахстанские соревнования. Мы очень трудимся, чтобы выиграть эти соревнования и стать чемпионами мира и поехать в Азию». Чемпионат Казахстана среди мальчишек и девчонок является отборочным на азиатское первенство, которое стартует в августе в Павлодаре. Путевки получат те спортсмены, которые войдут в тройку лидеров. «К этому очень серьезно подошли, тем более принимают 14 областей и 2 города. Полностью все регионы представили свои команды. У ребят подготовка очень хорошая, потому что во всех регионах у нас детские спортивные школы. Очень профессиональные ребята. Несмотря на свой юный возраст, они очень сильные ребята». Соревнования завершатся 30 марта. В этот же день судьи подведут итоги и наградят победителей.